Сегодня, 7 февраля, день памяти мученика Александра и день небесного покровителя, нашего настоятеля, протоиерея Александра Игнатова. По древней христианской традиции, день тезаименийства настоятеля храма – это праздник всего прихода, это Малая Пасха. Во время божественной литургии разделить молитвенную радость собрались прихожане, учителя и учащиеся Русской Православной Школы и сотрудники прихода. Вас хочу сердечно поблагодарить за ваши теплые молитвы, за вашу поддержку и помощь в деле устроения нашего с вами прихода. Еще раз убеждаюсь в том, насколько права мудрость народная. Какой приход, такой и поп. У нас очень приход дружный, а потом нам, другим, просто быть право не дано. Дай Бог всем вам здоровья, радости, мира и всего самого доброго. По окончании богослужения в зале духовных бесед воспитанники Русской Православной Школы и Детского Дома Рождественский выступили с поздравительным концертом.